Так, ну что, пойдемте посмотрим на полноняемость летающей воды водопада Утчансу. Экологический объект. Котяра, ты с нами на экскурсию? Ну пошли. Вот такая здесь качелька прикольная. Можно покататься. Олени деревянные даже есть. Объект не является детской игровой площадкой. Идем дальше. Спокойненько здесь можно всем ходить. По этой дорожке, которая ведет сразу к водопаду. Мы на связи. Что, мы исчезли, да? Ну, у меня, если что, записывается все на камеру. Я сейчас это все выложу. Надеюсь, водичка у нас там есть. И мы не зря сюда приехали посмотреть. Тихо, почему? Ребят, мы уже подходим к Утчансу. Кто здесь и кто нас смотрит, имейте в виду, я это все записываю параллельно на камеру и выложу в YouTube в хорошем качестве сегодня. Надеюсь, на водопаде водичка есть. Вот такие даже по дороге на водопад. Экзотичные пейзажи. А водопад, если не ошибаюсь, шумит. Картина, галерея небольшая. Идем, идем быстрее, он шумит, я уже слышу. Мы на связи? Ура! Гляньте, какая шикарная здесь природа. Сегодня у нас пятница, да? Меня просили дату озвучивать. Какое число? 17 ноября, пятница. Водопад Утчансу, Ялта. Это подножие горы Петри. На улице свежо, 6 градусов тепла всего. Но солнышко. День обещает быть теплым. Я уже слышу его шум. Мы на связи? Шумит, шумит, слышно, да, уже чуть-чуть немножко. Классно то, что там сейчас никого нету. Нету толпы людей, которые фотографируются. О, я уже вижу, вода есть, не то что летом. Просто были дожди, и водопад ожил. Гляньте, какие корни красивые у деревьев. О, вот он, сделан еще прикольный постаментик, заповедник Крым, в камнях весь. Заповеднику было недавно 50 лет. Тоже олень. О, это оно. Вы на связи? О, булькотит. Летающая вода. Связь не исчезла? А, отлично. Утчансу, привет! Покажи стороны камня. Вот такая мощная вода спускается. Вот оттуда он спускается. Там видно даже орла. Ну и я буду не я, если туда не залезу, да? Держи. Вот сюда остановись. Правда мокро все, скамейка шатается. Смотри, не навернись ее. Держи. Только так, вверху.
Ку-ку. Пойдет. Я мокрый, ребят, кроссовки мокрые уже. Там такой, холодная вода, ледяная просто. Куда ты? Ребят, ну меня освежило люто. Освежило люто. Вода ледяная. Падает оттуда, прям с самой горы. Увеличь, как она вверху, давай. Как она падает сверху. Вот такой вот у нас утренний был у Чансу. 17 ноября 2023 года, пятница. Мы с ним поздоровались. Красиво, да? Девушка на фоне водопада. Пошли потихоньку. Ребят, передаем все доброе утро водопаду. Поехали теперь на ласточку. Красота. Ну что, погнали дальше. Всем хорошего дня и хорошего настроения. У Чансу. Пошли потихоньку. Надо на работу успеть. Понравилось? Ну, погнали.